27 августа, последняя суббота лета, и сегодня мы празднуем свадьбу Валерия и Анжелы. Очень жарко, и я думаю, свадьба будет такой же. Поехали со мной. Ребят, таможенный контроль, скажите просто, что несем? Выпить, отдохнуть, отпраздновать. То же самое, только два раза больше, да, Кипр? Да, вискарь, у него запивка, у меня виски. Серьезно? Да. Скажите, пожалуйста, может быть, вы знаете, у всех спрашиваю, как зовут невесту? Алина. Алена. Ева. Еще раз. Ева. Ева. Екатерина. Настя. Алена. Алена. Катерина. Потом сюрприз будет, мы не знаем. Ё-моё. Это прямиком пешком вышли, да? Конечно, мы с самого Китая шли. А откуда вы? С самого Китая шли, вот пешком, да, все пятки оттоптали. А что такое? Да. Ну, просто вы в курсе, что бокальчики платные, да? Да, конечно, уже все плачено. Мне жених позвонил, сказал, можно все брать. Скажите, пожалуйста, как устраивает ли вас, как все гости сегодня здесь выглядят, как все происходит вообще? Ну, чистоту только, пожалуйста. Ну, по-честному, ну, плохо одеваются, плохо выглядят, плохо пахнут. Но у них же нету выбора, они же бомжи. Скажите просто, чего вы больше всего ждете сегодняшнего вечера? Суши, может, какие-нибудь. Все-таки тортик. Наверное, тортик, да. Тортик? Горячее. Горячее. Ну, тортик пускай будет. Тортик. Ну, пусть торт будет. Тортик. Наверное, торт. 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 Утка, можно утку? Конечно. А можно изобразить утку? Утка. Мертвая утка. Некоторые гости предпочитают сегодня не алкоголь, а другой способ веселения. Веселение. Кальянчик. Это все про нас, да. Та самая Джоли. Анджелина. Не-не-не, а другая Анжела. Анжела. Тут их две будет. А Брэд будет сегодня? Брэд пошел в магазин. Вестфалию, да? Как вы относитесь к молодоженам? Честно, я даже не знаю, что ответить на этот вопрос. Вообще не представляю. Серьезный вопрос. Надо подумать. Мы еще не готовы к ответу. Тут вопрос такой, конечно, интересный. Знаете, еще, наверное, рано об этом говорить. Как бы, может, через часик-полтора можно подойти. Что за тупые вопросы? Ну, я так вот, видишь, микрофон не работает вообще. Что, как вы думаете, гости будут дарить молодоженам сегодня? Лошади, кони, свиньи. Все для хозяйства. Ну, наверное, продукты какие-то. Если богатая свадьба, то ковры по-любому. Все, что для дома, наверное, все-таки. Денег. Вот напечь блинов и тащить с собою. Или, да, могли притащить с собой бутылку. Я читала о традициях, но дело в том, что не... Надо перечитать. Да, не помню, что именно дарят. Велосипед. Да, значит, если, конечно, экономически могут себе позволить, телевизор, вот, желательно цветной, вот, и холодильник. Это три самые главные вещи. Вы сегодня взяли с собой? Нет, конечно. Ну давай, иди. Ну пойдемте. С тобой подойдем. Живик, пошли. Да пошли. Что происходит? Что такое? Есть что? Ну, здравствуйте. Привет. Есть что? Нету. Пойдем отойдем. Может, я бы... А твое отношение к наркотикам? Ну, как сказать, не плохое, не хорошее, но такое нормальное, среднее. Я понял. Нормальное. Все хорошо? Ну, до тех пор, пока. Ну, не знаю даже, такие прям каверзные вопросы у вас. Божественно. Я желаю вам много радостных и счастливых дней вместе. Крепких и здоровых деток. Пусть ваши все желания совместно сбываются. С днем свадьбы! Молодожены, держитесь, крепитесь, семью берегите. Ну, чтоб не забывал, нас приезжал в Минск почаще, Валерка. Желаю Валерию и Анжеле, чтоб у них очень дружная была семья, чтоб они долго вместе жили, вот, уважали друг друга, любили. Ну и всего им наилучшего. Хомячок, поздравляю тебя. И рукой помахай, пожалуйста. Узнал, да? Да, счастливой и крепкой семьи, здоровеньких деток, много-много-много, и чтобы все было хорошо. Чтобы были счастливы. Счастья, здоровья, успехов в личной жизни. Хотелось бы пожелать этой новой семье сегодня любви, взаимопонимания, чтобы они всегда любили, поддерживали друг друга. Тепла, уюта, всего самого наилучшего. Поздравляю их с днем свадьбы. Да?
сейчас я еще быстро иметь своего ребенка. Ребенка, да. И много будет детей. Много детей? Да. Чтобы они прожили долгую счастливую жизнь. Чтобы когда-то потом, через много-много лет, вспоминали этот день с теплотой и любовью. Что так у них все было хорошо и замечательно. Счастья им, любви, здоровья, удачи. И все, что самое хорошее, пускай всегда присутствует с ними. Желаю им счастья, любви, взаимопонимания, терпения, ну и, конечно, много-много маленьких отпрысков. Желаю счастья в семье, чтобы никогда не было ссор, чтобы был только каждый день позитив, любовь ответная, чтобы окружали кругом дети, которые любят, родственники, семья, которая любит, уважает, ну и всего самого лучшего благополучия в семье молодой. Что добавить? Взаимопонимание и любви детей. Спасибо. А можно я помахаю? Я помахаю. Утка уже жива.